седьмом году я закончила Брянский политехнический колледж. А вы знаете, сколько знаменитых и великих людей его заканчивали? И многим из них хочется сказать спасибо за достижения в той или иной области. Сегодня я расскажу вам о великой и сильной личности Антонине Федоровне Худяковой. Тонечка, так раньше ее называли близкие, родилась 20 июня 1917 года в деревне Новая Слобода Брянской области. В 1937 году она закончила Бежецкий машиностроительный техникум, так ранее назывался Брянский политехнический колледж. Работала мастером машиностроительного завода. Параллельно училась в аэроклубе. К тому моменту, как началась Великая Отечественная война, Худякова уже была очень опытным летчиком-инструктором и готовила молодых специалистов к вылетам. 40 человек она обучила. В 1941 году, когда стал формироваться авиационный полк, Худякова была одной из первых летчиков. Полк состоял только из женщин. Их по-другому называли ночными ведьмами, потому что приходилось им трудиться и работать преимущественно ночью, потому что в самолетах не было защиты. После тяжелых и изнурительных боев, когда идешь в атаку лоб в лоб, когда перед глазами мелькает перекошенное лицо немецкого аса, когда видишь заклепки на вражеских самолетах, нам, истребителям, необходима эмоциональная разрядка. И как сказал Шекспир в 18-м сонете, здрасте, мальчики. Здрасте, девочки. Так что сказал Шекспир? Да. Нелегко было воевать женщинам на земле, а на небе еще сложнее. Но несмотря на все сложности, Худякова с героизмом вынесла все преграды. 926 вылетов. Это почти 1000 вылетов совершила Худякова. Не каждому мужчине под силу такое. Некоторые цифры. Точными бомбовыми ударами уничтожены 3 склада с горючим и боеприпасами, 4 прожектора, 12 автомашин с горючим, 2 переправы противника, 1 железнодорожный эшелон. Вызвало 186 сильных очага пожара и 173 взрыва. Подавило огонь 4 батарей. И это далеко не весь список боевых достижений. Боевые заслуги Антонины Худяковой получили высокую оценку. Это ордена Великой Отечественной войны, Красного Знамени, Орден Ленина и звание Героя Советского Союза. Огромную роль в боевых достижениях Антонины Худяковой сыграла прочная база знаний, технических знаний, полученная в наших колледжах. Пусть у каждого из нас будет возможность найти себя, стать настоящим профессионалом и счастливым человеком.